Они меня хотят побить. Нет, мы сейчас с тобой о чем говорим? О том, что ты не слушаешься. Причем тут твои друзья? Ты непослушный мальчик. Не отвлекай меня, не отвлекай меня. Если ты этот, ну, слова будешь мне переговаривать, вот мне переговаривать. Будешь говорить, я вообще не стану с тобой разговаривать и никогда не буду дружить. Вот меня, мама, добренько, послушай меня спокойно, не орать, не кричать, не орать на меня. Ну а как на тебя не кричать, когда, Нурик, я тебе раз сказала нормально, два сказала нормально, три сказала нормально, а ты меня не слышишь. Спокойно, вот так сказал Нурик, я тебе сказала раз. Если ты будешь баловаться, вот так скажи, потихоньку, как я повторил. Хорошо. Вот так. Но если я вот так повторю тебе, и ты меня не будешь слушаться, что мы сделаем? Поругаемся. Поругаемся, вот правильно.